Наверное, вас интересует, что я написала в бюллетене, за кого проголосовала. Разумеется, я написала фамилию Навальный. Потому что так не может быть, чтобы за месяц во время президентской кампании, за месяц до выборов, главный оппонент Путина, и так находящийся в тюрьме, был убит. Stop asking for message from me or from somebody for Mr. Putin. There could be no any negotiations and nothing with Mr. Putin, because he is a killer, he is a gangster, he is the person who brought my country to the war and to everything.